Представлял ли когда-нибудь, что забьешь в финале НБА 28 очков и что таким крупным будет поражение? Ну, не представлял, конечно. Ну и не представлял, что таким крупным будет, потому что вообще поражение не представлял. Ну, что делать? Проиграли. Ну, работать дальше. На этом ничего не закончилось. Еще три игры впереди. Еще 2-2, чего. Не завешивай. Уверен все-таки, что три? Ну, три, я имею в виду, что все-таки три игры еще есть, чтобы... То есть, вы меня поняли. Да. Все-таки твой вклад был достаточно велик и здорово сыграл, но что не получилось у остальных? Да, толку от вклада нету никакого, если проиграли игру. Что не получилось, не защищались так, как могли бы защищаться. То есть первые три игры они больше стали, не забивали, по-моему, ну, в основное время, по крайней мере. А здесь, конечно, и, если третью игру мы вспомним, 37 очков забили за первую половину, сегодня они за первую половину забили 54, по-моему, или точно не помню. Вот тебе и результат. Мы должны просто защищаться. Это то, что мы, наверное, умеем, и то, что нам надо, как воздух. Но все-таки то, что Golden State играет легкой пятеркой, это ведь не новость. Это уже и раньше у них был достаточно коронный номер. Но сегодня, если вы увидели, они начали стартовую пятерку и играли. У них Обувь вышел там на несколько минут. Если другие игры там они игрались там пятеркой, ну не всю игру, а половину, то здесь они всю игру играли пятеркой. Там. То есть, в принципе, лично тебе было тяжелее против легкой пятерки, естественно? Ну, да, мне приходилось, я так сказать, ну, не то, что много нового узнавать, но все-таки, когда пять игроков на периметре и мяч двигают, там все-таки игра по-другому строится в нападении, то есть не надо по-другому защищаться чуть-чуть. Ну, вот, стараюсь делать, что умею.